Кирпича на грудь меня чуть прибило под выстрелами пушки. Сердце биться не хотело, тело двигать не могло по голове. Веслом размытую картину, я дышу всем на сломе. Да отбили ногами так, чтоб я не мог встать. Какой там дышать, я даже не мог простонать. Один сукин сын колол мою ногу шаром. Просто так ему не шлять увидеть кровь под крыльями. Я ползком змеё просматриваю злые углы. Убитая одна скотина плюнет на меня, посмеживая скомок. Теряя мысленный контроль, я вылетел из тела пули. Наблюдаю за собой, запоминаю интонацию, структуру слова и из последних сил небесных вернулся в себя. И только круги слег этих грязных козлов в памяти запечатлил начало войны без слов. Стыла голова, я вышел из больницы. Вернулся в себя, мой друг мне помог найти адреса. Изучив начало и до конца узнав их имена, я приступил к делу, хотя еще болело тело. Страшная месть, но и увладела, во мне кипело. Как-то темный вечер, когда меня 4 быка хотели покалечить. Один любил шикарный автомобиль, его случайно в гараже придавило. Второй сидел на ЛСД героине, врачи поставили диагноз передоз. Третий впервые решил прыгнуть с парашютом. Он не раскрылся, как в злом анекдоте. Четвертый понял, в чем дело, и удрал из города на долгие года без вести пропал. Я в грудь не бил, мол, я отомстил. Я просто напомнил, дерись один на один. И никого не плюй в разбитое лицо, даже если превосходство 4 против 1.